אבל אתם יודעים, בכל העולם יש ראשי שנה. Во всем мире есть начало года. Есть там в России, в Барцотабрит, Сильвестр, как курим ли давар азе? В России и в Соединенных Штатах, во всем мире есть Новый год. Эцель синим есть гам шана хадаша. У китайцев есть Новый год. Шамати, чтобы Цфон Корея יש להם גם שנה חדשה לפי יום הולדת של קים איר צ'ין או קים איר סן או אחד מהם. Я слышал, что в Северной Корее Новый год начинается в день рождения их вождя. אז אתם יודעים, שנה חדשה זה כמו, אוקיי, אני מאחל לך משהו טוב. Новый год — это да, мы желаем друг другу что-то хорошее. וזה אחלה. И это прекрасно. אבל לחג הזה יש בתנ"ך שם אחר. Но в Танахе для этого праздника есть другое имя. ושם תנכי של החג הזה זה חג התרועה. И библейское название этого праздника это праздник труб. תרועה, משהו קשור לשופרות. Праздник труб, который связан с трублением шофар. ומאיפה זה בא, איתן כבר הסביר. И откуда источник выходит, איתן уже нам объяснил. תוקים בשופר. Мы трубим в шофар. כאילו קוראים למשהו, איי, חבר'ה. Как будто мы призываем кого-то. וזה היה באמת דבר פרקטי בישראל בזמנו. И в Израиле в свое время это была практическая вещь. וכשהיה מלחמה או סיום מלחמה או התחלת מלחמה או תתעוררו, תקו בשופר. И во время начала войны или конца войны или во время подъема на какой-то бой всегда дули в шофар. וגם כמו שאיתן הסביר, יש בברית החדשה И как Итан объяснил, на Новом Завете есть пророчество о том, что мы будем трубить в шофар. И тогда Машиах вернется. Когда я слышу это словосочетание, трубление в шофар, מזכיר בראש שלי מילה ברוסית. Мне напоминает одно русское слово. Рестар. Рестарт? Okay. Очень русское слово. Рестарт. 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 Чисто русское слово. Ломишане. Кулямы виноти. Все меня. Перезагрузка. 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 Пам-обама амарле Путин. Бона асе перезагрузка. В следующий раз Путин скажет, сделаем перезагрузку. Мы скажем Путину. Обама, Амар, Пам, Бонасе, перезагрузка. Обама сказал Путину один раз. Рестар. Сделаем перезагрузку. А сейчас Трамп просит лихабе это махшев бихляль. Сейчас Трамп хочет погасить, закрыть махшев, компьютер полностью. Аз аль махшевим. По поводу компьютеров. Анахну ахшав байдан шел махшевим. Мы живем в веке высоких технологий. אנחנו משתמשים במחשב ואף פעם לא מנתקים אותו. Мы постоянно пользуемся компьютером, никогда его не выключаем. אנחנו פשוט עושים sleep. Мы просто его отправляем в спящий режим. והוא הולך לישון. И компьютер идет спать. ויש אנשים ששנים, שנים לא מחבים את המחשב, פשוט שולחים אותו לישון. Есть люди, которые годами не выключают свой компьютер, они просто отправляют его в спящий режим. ואחרי זמן, и после определенного времени, לפעמים אנחנו רואים שמחשב משתגע. Мы видим, что компьютер как будто сходит с ума. מי יודע על מה אני מדבר? Кто знает, о чем я говорю? ואתם חושבים, אני אפנה לטכנאי. Вы думаете позвать техника? או אנחנו מתקשרים לחבר שחכם יותר, תסביר לי מה עושים עכשיו. Или мы звоним другу, который лучше разбирается и спрашиваем, что нам אבל делать. אבל תרופה הכי טובה למקרה הזה, לעשות רסטאר. Но самое лучшее лекарство в этом случае сделать перезагрузку. Рестар. Перезагрузка. אתם יודעים, אומרים שרסטאר לגוף של בן אדם, говорят, что перезагрузка для тела человека, זה כשבן אדם מלטש, ליטוש, הפצ'י עושה, מתעטש. אומרים רופאים, רופאים אומרים, врачи так говорят, כשבן אדם עושה הפצ'י, что когда человек чихает, אז קורה משהו עם הגוף שלו וזה עושה כמו רסטאר. В его теле происходят какие-то процессы, это как будто перезагрузка. אז קודם כל זה בריא. Во-первых, это очень здорово чихать. אני חושד. Я боюсь. לא, אני, я подозреваю. Подозреваю. אני חושד.
כשאנחנו שומעים קול השופר, что когда мы слышим голос шофара, הוא מדליק רסטאר גם בגוף וגם בטבע. Он и начинает перезагрузку и в нашем теле, и в природе. הוא כאילו מחזיר את הבריאה למקום ההתחלתי. Он возвращает творение к его первоначальному, в его первоначальное место. כשאנחנו תוקים בשופר, и когда мы трубим в шофар, в это странный инструмент. Мамаш музар. Очень странный. Но что-то странное происходит с нашим телом, со всей природой. Происходит перезагрузка и обновление. И я говорю вам, нам нужен этот рестарт. מדינת ישראל שלנו. Наша страна Израиля. תודה לאל עבורה. Слава Богу за нее. אין כמוה. Нет другой страны такой. Элохим נתן לי ברכה והייתי בהמון מדינות. Господь благословил, я был во многих странах мира. אחרי 3-4 ימים אני כבר מתחיל להיכנס לדיכאון, אני רוצה הביתה לפה. После 3-4 дней в другой стране у меня начинает депрессия, я хочу возвратиться домой. יש מקומות הרבה יותר יפים מפה. Есть места намного красивее, чем Израиль. אבל יש משהו פה בפנים. Но внутри здесь у нас есть что-то особенное, в камнях. אפילו ליד זבל בכנרת. Даже когда мы видим кучу мусора на Кинерете, но тебя что-то привлекает к этому месту. И наша прекрасная страна со всей ее красотой нуждается в перезагрузке, в обновлении. Еврейский народ во всем мире, избранный народ, פרסי נובל, חייטק, מייטק, ביזנסמנים. Посмотрите, они призеры Нобелевской, они лауреаты Нобелевской премии, они на первых местах стоят в высоких технологиях, в стартапах. אתם יודעים, парламент ברוסיה, שלא לפעמים כל כך נחמדה לישראל. Вы знаете, что российский парламент и Россия не самая дружественная нам страна. אבל парламент ברוסיה זה כמו בית כנסת גדול. Но парламент России как большая синагога. בשמות משפחה אני מתכוון. Я имею в виду фамилии их. ובאותו דבר באוקראינה. И то же самое в Украине. אני חושב שבקונגרס של United States זה אותו דבר. Я так подозреваю, что в Соединенных Штатах происходит нечто подобное. Бог благословил наш народ многими вещами. Но есть призвание. Мы как народ очень сильно отделились. И что нам нужно? Нам нужно сделать перезагрузку. Вернуться к тем основам, которые нам дал Авраам. Как написано в книге. Написано, я хочу быть с вами, Господь говорит, когда вы были в пустыне. Как жених и невеста. И общины в этой стране. Я в 1990 году приехал сюда. И с трудом я мог найти верующего. В 1991 году я был на проповеди Дерека Принца возле Кинерета это было. И мы сидели на траве, где-то 150 человек нас было. И Дерек Принц сказал, он говорит, 20 лет тому назад, то есть в 71 году, במפגש איתי היו יושבים אולי 50 יהודים. Со мной сидели где-то 50 евреев. מאמינים בישוע. Верующих в Иешуа. וחצי מהם היו בטוח משוגעים. И половина из них точно были сумасшедшие. אבל הנה הוא אמר ב-1991. הנה אני רואה פה 200 טובים. И сейчас говорит, и сейчас у меня сидят 200, они все вменяемые. עכשיו אנחנו התאספנו פורח 200 אנשים. А здесь у нас только где-то 200 человек есть. ואני לא רואה הרבה משוגעים. И сумасшедших среди них я не вижу.
Но со всеми этими достижениями мы, как тело Мессии в этой стране, стали слишком рациональными такими верующими. Нам нужна перезагрузка. Что-то более близкое к Богу. Наша сеть. Я говорю про 5 общин и шатры милосердия Оле Рахамим. Бог благословил нас. И кто скажет, что это неправда, он обманывает. Посмотрите, где мы сидим. У нас хорошие здания есть. У нас есть развитые служения. Муниципалитеты наших городов нас знают. И нас уважают, я имею в виду сеть Оле Рахамим, и в Израиле, и во всем мире. Нужен ли нам рестарт? Гай. Ло. Ави. Эйтан. Вакив. Эрик. Эрик, эфо Эрик. Анахну црихим рестарт, Эрик. Нам нужна перезагрузка или нет? Анахну хаявим рестарт ми Элохим. Мы обязаны получить эту перезагрузку от Бога. Кила шелану, кила шелу галей рахамим, шавей цион, кацир, нацерет, о пурия. Наша община и Хайвский, Нацерет, Ако. Ани огев эта анашим шелану. Я люблю всех наших людей. Лифамим, ани аев меем. Иногда я от них устаю. Ве ани самех линсо лехуль. И иногда я даже рад сбежать за границу. Абал ахарей шуваем, ани адайн руце лахзор. Но 2 недели спустя я хочу вернуться. Хасер ли цевет шели, хасер ли анашим. Мне не хватает моих сотрудников, мне не хватает моих людей. Ани огев лилхос лаем ядаем. И мне нравится им пожимать руки. Ве ани руэ шарбейт багру. Я вижу, что многие возросли. Но как община, нам нужен рестарт. Нам нужно возвратиться к простым отношениям, к близким друг к другу. Мы и наши семьи, мы лично, на личностном уровне. Произошло много разных вещей. И многие из нас думают, я уже взрослый духовно, я знаю Святые Писания. И я уже знаю людей. Меня невозможно из меня фраера сделать, как когда-то. Мы уже все выросли. Слава Богу. Но мы нуждаемся в перезагрузке. Потому что написано в Святых Писаниях, что это неправильная позиция. Нам нужно полагаться друг на друга. Знающий, будь как не знающий ничего. Если ты достиг чего-то, будь как ничего не достигнувший, свежий перед Богом. И это одно слово, перезагрузка. Пророк Исаия, все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит чофар. Слушайте. Катуба Ишаяху кол хаеба арец тиру ма миштане кшатем тишмиу кол хашофар. Технология ло тамид беадейну. Кол йошвей тевел ושוכני הארץ
Sarim tiru ki nisone sarim tiru u kit koha shofar u kit koha Shofar Hukit Kor Shofar Yishmahu
Авину, Авину, Малькейну. Иткадеш, 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 Шимха. Ой, ой, того Малхутха, Асе Рецонха, Киба Шамаим, Кейн Ваарец. Эт лехем хукейну тен лану айом, Услах лану ал хатаейну. Кифи ши солхим гам анахну, Лехотим лану. ואל תביאנו, ואל תביאנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע אבינו, שבשמיים.